Трох тебе, дох тебе, дох. Так, всем привет, ребята. Я сейчас буду играть в такую игру стулья. В этой игре нужно строить такую конструкцию из стульев, и чтобы она как не развалилась. У кого стулья развалятся, приходит тот и забирает все стулья себе. А у кого закончится быстрее стулья, тот выиграл. Поехали. Я, кстати, с мамой буду играть. Зеленые стулья. Да, получается, нужно расстелить цвет каждому. Вот. Потом зеленые. Тут у нас целый пакетик. Получается, если я выбрала синий, то тогда красный. Красный не участвует. Не участвует красный. Так, ладно, мне синий. С разными спинками и вот этими вот самими стульчиками, на которых нужно сидеть. Сидушка. Кто первый ходит? Ну, хани. Кто меньше, тот и ходит. Чей канал, тот и ходит. Так, ладно, я убираю стул. В прошлый раз я проиграла. О боже. Как вы думаете, кто выиграет, я или мама? Напишите в комментариях. О боже, все. Завали. Класс, мама уже первый раз проиграла. Так. Я нервничаю на камеру. Тебя все равно не видно. Так, ладно. О боже, опять я. Мамочки. Фух, слава богу. Слава богу, а мне нет. Так. У тебя всего 4 стула. Класс. Я сдула. В прошлый раз я сдула, в этот раз ты. Жучка. Красный ход, да. Жучка. Вы бы видели мамино лицо сейчас. Не, ну вообще. Класс. Мне уже нравится. У меня 100 осталось. Он сейчас будет строить так, чтобы я проиграла. Все, я, в общем, сдула, да? Да, мама сдула. Давайте еще второй раунд. Да, давай, потому что ты как-то быстро проиграла. А я быстро выиграла. Теперь ну, так не тебе интересно. Зеленые. Ладно, давайте меня уже зеленые. Может, мне пиво еще свое синее. Теперь я буду ходить. Кстати, если сможешь. Да, ты уже пришла. Так. Нужно усложнять задачу сопернику. Как-то ставить стулья, чтобы он не смог походить и все развалилось. У меня уже руки. А, боже. Спасибо. Вот такой вот ход, знаешь. Ну как мне теперь ходить? Молча. Ты сказала молча. Эй, не трогай. Если что, стоит наша конструкция. Так, что ты повернула? Чтобы зрителям было видно. Мой проигрыш? Да.
Вот ты любишь поставить так, знаешь? Люблю. Трах-тибедах-тибедах. Не смеши меня! Потому что ты меня смешишь, я не могу дочиться. Дудрю-дудрю-дудрю. Халка. Борьбе все методы хороши. Вот кто так хочет, скажите. Я хожу. Походу... Что? Ничего. Позорный ход. Сколько у тебя там стульев осталось? У меня два. Два. О, все, я уже стула, я знаю. Пощады не будет. Боже, ты один не можешь поставить. Я хочу поставить так, чтобы тебе было сложно. Дульки-дульки. Нет. Пожалуйста. Пощады не будет. Нет. Все, сначала играем, я уже проиграла. Посмотрите на этого человека, который пытается мне усложнить задачу. А? Но он усложняет себе. Спустя 2 часа. Ура! 1-1. Я один раз выиграла. Решающий матч. Раунд. Кто сейчас выиграет? Синий или или красный, или зеленый? Синий. Свет. Ходи, малёв. Что мне хотеть? Ходи. О, классная пошла. Очень. О, видно, сейчас, да? Сейчас ты подправишь тут. Дрожащей рукой. Блин. Блин. Да не трогай. Ой. Вот так эта конструкция стоит. Боже. Боже. У нее уже с рук стулья падают. Представьте, что сейчас будет. Ну хоть... Ой, нет. Боже. Что делать? А, нет. А нельзя как-то сюда? Так, и что? Не считается заново своими граблями, там, понимаешь, машут. Теперь я хожу. Без проблем. Ой. Напугала. Ну да, когда 2 стулья напугать невозможно. Так удивить. Ахахахаха. Напишите в комментариях, за кого вы болеете. За меня или за маму? За меня, конечно же. Нет, за меня, за потому что не я болеете. Лучше. Yes! Ничего, еще не время для выигрыша. Да, время забирать тебе стулья. Ангелина. Да ты вообще его поставила, или он в воздухе там висит? В воздухе, конечно, висит. О, боже, ты мой. Еще же принял. Не, ну сейчас точно, блин. Как-то он...
Да-да-да, что-что? Жди. Да-да-да-да! Жди. 5, 4. Ты иди в баню. А ты в туалет. Не дождешься моего проигрыша. Я уже готова ставить стульчики. Что же делать? Что же... А, ой, нет, сюда не подходит. Класс! О, блин. Кто тут молодец? Я молодец. Уходи. Короче, мама... Соленый огурец. Уходи давай. Кто тут почти выиграл? Я почти выиграла. Сейчас посмотрим, у тебя там еще стулья. Посмотри, посмотри на мой выигрыш. Да-да, посмотрю, посмотрю. Надеюсь, вам видно тогда. Надеюсь. Мама выиграла, мама лузер, мама выиграла, мама лузер. Да поддаюсь тебе, чтобы не опозорить тебя перед твоими подписчиками. Да-да-да, я тоже могу сказать, что я... Сказать, давай, скажи. Ты проиграла, до этого плакала, думаю, ладно, пожалею. Что ручки дрожат? Чмяк. Барабанная дробь. Мама, не шатай стол. Ну, это легко. Ну и все. Я выиграла. Молодец. Потому что я уже 2 раза выиграла. Чуть ты 2 раза ты выиграла. А, да. И так всегда. А что ты... А, ладно. Все, мы играем, да? Все, да. Может, еще раз? Решающий точно раунд. Ну, уже решающий. Что, ты нравится сыграть? Очень. Я не тебя спрашиваю. Подписчиков твоих. Понравилась игра? Ну, как вам? Она бы выиграли или проиграли? За кого болели? За кого болели? Надеюсь, за меня. Ну, конечно, скажут за тебя, когда ты уже выиграла. Ладно, ребята, не забудьте ставить лайки, подписываться на мой канал и Пишать грамотно. Писать комментарии под этим видео. Не забывайте то, что у меня проходит на канале конкурс. И всем пока. Обязательно участвуйте в нем. Всем привет, ребята! И я хочу вам напомнить, что у меня на канале проходит конкурс на шарик лол, селфи-палку и сладости. Для этого вам нужно подписаться на мой канал, написать комментарий под этим видео, потому что когда вы наберете у меня 50 комментариев, то тогда я смогу объявить победителей. У нас будет их 3. Вот. Так что обязательно подписываемся на мой канал, ставим лайки и пишем комментарии. Всем пока! Удачи!